Вітаю, шановні друзі, в студії Катерина Тригубова. Наша програма має назву «Гаряча лінія». І в нашій студії сьогодні гість. Я рада вітати Валерій Кисіль, голова Ради волонтерів при Миколаївській облдержадміністрації. Вітаю вас в нашій студії. Рада волонтерів. В самій назві вже закладений принцип такої колегіальності, так? Тобто вас не один, не два, не три, вас багато. Це рада і тих представників, хто туди входить, і організації, які входять до неї. Давайте нагадаємо нашим телеглядачам, хто працює в Раді волонтерів і які у вас є напрямки діяльності. Давайте. З направлення діяльності – це направлення армія, с помощью военнослужащим, которые выполняют сейчас задачи на востоке, выполняют задачи в тылу. Собственно, вы организовывались как бы в принципе, да. Вокруг этого, вокруг, да? Вокруг событий на Донбассе, на востоке Украины, и уже оттуда пошли социальные проблемы тех же самых военнослужащих, которые возвращаются, демобилизуются, и здесь их на гражданке их встречают некие проблемы. Поэтому есть еще одно направление социальной работы. Его возглавляет Ольга Малярчук. Опять-таки, боевые действия, не на то боевые действия, чтобы были, к сожалению, жертвы, чтобы были ранения у бойцов. И когда военнослужащие сталкиваются с проблемами лечения, с проблемами реабилитации, то ими занимается направление медицина, которое возглавляет Снигур Лариса. Вы работаете достаточно давно, есть некоторые результаты, и сейчас я предлагаю и вам, и нашим телезрителям посмотреть сюжет. Недавно, ну назовем так, это мероприятие, мини-конференция, такая, в которой и подвели итоги года, и в принципе составили план работы на будущее, правильно я понимаю? Давайте посмотрим, а потом вы прокомментируете, потому что сюжет небольшой, естественно, в него все поместиться не могло, а есть о чем поговорить, есть о чем рассказать и есть чем поделиться. Пожалуйста, смотрим. Рада волонтерів була створена у грудні минулого року. Її головна мета – координація роботи влади і волонтерів. За рік роботи Рада провела 10 засідань, на яких обговорювала нагальні питання та напрямки їх вирішення. Наша задача, щоб боєць, демобілізований чи воєнний, він, вернувшись, знав, куди йому піти, і там його зустріли. И я так считаю, что подключение ко всем вопросам, которые до сих пор решали волонтеры, нужно уже учиться работать нашей власти, нашим чиновникам и перебирать ту часть работы, которую волонтеры выполняли на своем энтузиазме, патриотизме. За рік, що минає, вдалося відремонтувати майже 60 двигунів військової техніки для фронту. Допомагали в цій справі студенти міських профтехучилищ. Було налагоджено перевезення військовослужбовців до зони АТО, а також демобілізованих бійців. Допомогу надавали 79-й та 28-й бригадам, військовій частині 30-39, а також артилеристам та морським піхотинцям. Заброньовано було порядка 200 одиниць техніки, відремонтовано порядка 100 одиниць техніки, надано допомоги там, на мільйони гривень. Це безпосередньо народний проєкт допоміг, але знаю, що інші волонтерські організації, індивідуальні волонтери теж досить багато допомогли. Протягом року волонтери посприяли в санаторному лікуванні 34 бійцям. 10 військових з АТО пройшли психологічну реабілітацію в Західній Україні. Дві родини бійців АТО отримали комплексну психологічну допомогу в Одесі. Миколаївські волонтери встановили тісні зв'язки майже з усіма госпіталями України. 6 підрозділів отримало допомогу в комплектації медикаментами, 2 з яких – за кошти облдержадміністрації. Большое дело, которое мы начали при поддержке обладминистрации, и оно было сдвинуто, это финансирование, пересмотр устава госпиталя ветеранов Великой Отечественной войны и найдена статья на финансирование. То есть ребята на данный момент, ну, вот с марта месяца получали бесплатное лечение в данном госпитале. Головним здобутком волонтери вважають соціальну роботу. Вдалося налагодити взаємини з багатьма держструктурами. Це значно допомогло та прискорило процес оформлення пільг для сімей загиблих і учасників АТО. Було організовано заходи та екскурсії для дітей військовослужбовців і дітей-переселенців.
На самом деле очень много. Это предоставление и помощь также военным в тех же транспортах. В ремонте коммунальной собственности, которая, к сожалению, там кэч непробиваемая на данный момент, да, структура. И поэтому приходится как бы подключать все силы, город, область для того, чтобы закрывать такие дырки. У планах Ради багато нових проєктів та програм. Одне з головних – проєкт психологічної реабілітації учасників зони антитерористичної операції. Для цього вже створена програма, за якою в кожному районі міста діятиме психологічна кризова служба. От, в принципі, і результат, такий достойний результат, да, і планів достатньо. Ну, один із них – це організація, вірніше, продовження роботи по психологічній реабілітації. І тут же ми бачили і Ларису, і Ольгу, і Вірбіцьку, яку, в принципі, ви знаєте, да, дорогі телезрителі, бачили неоднократно їх і в наших програмах. Це активні учасники, це активні учасники волонтерського движення. Наскільки ви, як глава Ради волонтерів, довольні тою роботою, яка проводиться вами всіми вместе? Во-первых, Рада волонтерів, это Совет волонтерів, это впервые был создан такой орган при обладміністраціях, і опыта роботи даних структур. Мы первые в Украине, да. Мы не имели, поэтому где-то, конечно, набивали шишки. В какой-то момент мы из совещательного органа стали исполнителями, за что мы и отчитались. То есть и помогали ремонтировать технику, помогали организовывать праздники и так далее. Но тем не менее, задача была одна – облегчить службу ребятам на передовой, помочь переселенцам, помочь семьям раненых, семьям военнослужащих, плюс помочь ребятам, которые прошли тяжелую службу, адаптироваться к условиям, которые ждут их на гражданке. Ну вот смотрите, получается, что та цель, с которой вы создавались, она стала более широкой, потому что сначала помощь на передовой, потом к ней добавилась помощь и семьям, потом к ним добавилось уже решение проблем демобилизованных. Не будем говорить, что ими никто не занимается, но все-таки практически львиная доля, вот так мне кажется, по той информации, которую мы получаем и с экранов телевидения, и мы как журналисты, да, изначально общаясь с вами и с другими волонтерами, действительно, львиная доля помощи лежит все-таки на волонтеров до сих пор, хотя прошло уже полтора года. Насколько вам сейчас, может быть, стало сложнее работать? Насколько эти сложности решаемы для вас? Вы их можете решить, вы их можете преодолеть? То есть не наступил ли тот предел, за которым уже вот можно сказать, что мы сделали все, больше мы не можем? Скажем так, предел близок. То есть однозначно тяжелее, чем год назад. Люди теряют веру в то, что исполнительная власть может что-то наладить. Ну, в этом виноваты отчасти и сами военнослужащие. Уже а в чем? Почему вот они же тоже, ну да, они сторона, которой помогают. Да. Но в принципе, наверное, должны быть партнерские отношения, потому что и сами они же не беспомощны, правда же, вот наша армия. Все-таки они наши защитники, там идет организация, там идет улучшение, в принципе, как тоже видимо, приходят к нам сюда военные и говорят, да, постепенно, медленно, но немножечко улучшается. А почему все-таки они не так активны, как волонтеры, потому что они же тоже часть общества. Мне тяжело говорить про социальные моменты и медицинские моменты, но то, что касается непосредственно ремонта техники, да, вот каких-то обеспечения. То есть, ну, военнослужащему гораздо легче позвонить волонтеру, рассказать о том, что машина не едет. Если военнослужащий обладает даром красноречия, описать, чем это может закончиться, и тем самым сподвигнуть человека на поиски тех запчастей для того, чтобы машина заработала. То есть волонтеры техники более эмоционально отзывчивы это раз, в да, этой чем, ситуации, хотя сейчас, да? Хотя прямая задача того же военного, прежде чем звонить волонтеру, это поинтересоваться у своего старшины, своего зампотеха, есть ли такая запчасть на складах, и какими-то механизмами попытаться эти запчасти получить. Смотрите, вот в прошлый наш эфир, вот я немножечко вклинюсь, да, в прошлый наш эфир мы уже говорили, кстати, об этом, да, что вот есть
прямое обращение к волонтерам, ой, здорово, да, они быстро сделают. Но тогда же мы и говорили о совете волонтеров при Министерстве обороны, который и работал, и в принципе продолжает работать там с некоторыми изменениями, внутренними проблемами, но все-таки он продолжает работать. И вот оттуда, да, при Министерстве обороны говорили, что те люди, которые с ними работают, это и Давид Арахами, и другие волонтеры, что ну, есть же, есть алгоритм действий, и он работает. Вот почему вы никак не можете научить своих партнеров? Почему? Все, кто сейчас получает помощь, да, им приходится переходить на эти алгоритмы, потому что есть достаточно инициативные ребята, тот же Давид Рахамия, Богдан Ковалев, Алексей Липериди, которые работают в Министерстве обороны. Налажена взаимосвязь, и теперь мы помогаем только тем подразделениям, которые уже четко знаем, что они обращались. Их заявка лежит либо в Генштабе, либо в какой-то структуре выше, но она не удовлетворяется. И ребята в Совете волонтеров при Министерстве обороны, Богдан Ковалев, они решают эти вопросы. Если у них это не получается, то тогда подключаемся мы. Потом уже ремонт и техники хочется поблагодарить областную власть в лице Владимира Ивановича Мерикова. Конечно, ни разу нам не отказали. Был составлен круг предприятий, даже составлен, может быть, это некорректное слово, то есть были приглашены предприятия, патриоты, которые оказывали помощь на безоплатной основе в ремонте техники, то есть запчастями. Материальное обеспечение легло на People's Project, на нашу платформу благотворительную, а руки непосредственно были предприятий патриотов, которых удалось привлечь с помощью Вадима Ивановича. Ну и вот как раз очень логично, наверное, перейти к обсуждению организаций партнеров, людей, которые являются вашими партнерами, потому что Совет волонтеров – это организация. Быть волонтером каждый не может, но практически каждый может помочь. Пусть разово, пусть несколько раз. И это уже приближает, в принципе, ну, скажем так, победу общего дела. Кто есть из постоянных людей или организаций, которые вам помогают, с кем вы сотрудничаете? Кто, возможно, разово, но очень запоминающе так помог? Потому что, в принципе, мы сейчас в конце года беседуем, да, можно немножко ретроспективу сделать. Кто является постоянным партнером, кто помог разово, но очень весомо. Мне тяжело, боюсь кого-то забыть и обидеть, если не перечислить. Все-таки, наверное, есть люди, с которыми вы общаетесь это постоянно. Компания «Дикий сад» во главе с Голубарем Игорем Францевичем, Николаевский тепловозремонтный завод во главе с Симченко Вячеславом никогда, ни разу не отказали. Компания «Облэнерго», компания «Мансервис», «Вилам». Мансервис, Вилам, морской порт помогал ремонтировать технику, газовики помогали, много компаний, плюс частные лица, частные предприниматели, может, не стоит их называть, но ребята много, постоянно. Наверное, мне кажется, достаточно, да. Достаточно много. Ну, и им спасибо. Большое спасибо. Да. Да, IT-сектор нам помогает очень сильно. А как происходит вот это взаимообщение, скажем так, вот с теми, кто хочет помочь? Они находят вас в соцсетях, они приходят сами. Возможно, кого-то вы находите, ну, когда какая-то проблема, которая вот точно касается этой отрасли, и вы знаете, что у нас есть предприятие или фирма, или какая-то, может быть, небольшая организация, которая вот может помочь именно в этом вопросе, и вы можете к ним обратиться. Да, бывает и так. Вот конкретный случай с «Зарей», когда нам понадобились их мощности для того, чтобы изготовить качественные защитные экраны на бронетехнику. Мы обращались к областному руководству, и они уже непосредственно договаривались, чтобы нас приняли на заводе, выслушали наши проблемы и помогли, чем могут. Иногда, вот как с ребятами из IT-сектора, они сами нас находят, спрашивают, как помочь, чем помочь, потому что есть подразделения, которые эффективно выполняют свои задачи, есть подразделения, которые эффективно используют помощь волонтеров, что немаловажно, потому что деньги народные, деньги немалые, и если приборы либо техника, купленная за народные деньги, не выполняют своих задач, либо
либо они выходят из строя по халатности, то это, конечно, никого устраивать не может. Ну и плюс наработки интернет тоже, да, помогает. В сюжете прозвучало, что это Ольга Маляренко говорила, Малярчук, да, она говорила о том, что вы еще занимаетесь, то есть приходится, да, заниматься улучшением там бытовых условий, коммунальных условий, то есть как бы вроде как и не ваша функция, но некому больше, скажем так. Вот в этом отношении, потому что с коммунальщиками, в принципе, и обычные люди, которые живут здесь, да, никуда не уезжают, и тем более в зону антитеррористической операции, находясь там, да, они не могут, в принципе, поддерживать вот связь со своими коммунальными предприятиями, в структуре которых находится там их квартира, их дом, а проблемы возникают, у семей возникают. Почему так? Потому что все проблемы, которые, в принципе, озвучиваются, они решаемы. И тем более, что есть же какие-то там справки, какое-то предоставление документов о том, что да, глава семьи находится именно там, и он не может сейчас заняться там какой-то вот бытовой проблемой. Почему не идут навстречу? Почему приходится волонтерам подключаться к этому? Тяжело сказать, конечно, это удручает. Есть какой-то анализ, может быть. Вот как может быть какая-то конкретная ситуация, вот с которой вы сталкивались? То есть всегда по-разному? Честно говоря, тяжело. А есть, когда идут навстречу вам и семьям, которые обращаются к вам? Я семьями занимаюсь. Какой-то позитивный пример, давайте, предновогодний. Мне тяжело сказать. Такого практически нет. Потому что через меня эти заявки не проходили. Если бы были девочки, они бы наверняка рассказали что-то положительное. Борьба, в принципе, всегда, да, сложная достаточно. В прошлом эфире мы с вами говорили уже о реабилитации, вы как имеющие отношение к спорту человек, да, непосредственное и прямое, вы говорили о некоторых программах, которые вы разрабатывали и ваши коллеги, о предоставлении, именно по предоставлению реабилитации, которая связана вот со спортивными какими-то занятиями, физиотерапии, вот можно немножко подробнее о них, уже что, как, на какой стадии? В данный момент на базе нашего клуба 3 военнослужащих тренируются с ранениями серьезными, то есть получают квалифицированную помощь, консультации, довольны, ходят, занимаются. Плюс на базе нашего клуба проводит свои занятия одно из элитных спецподразделений. Я не буду говорить, какое, но факт остается фактом. Ребята ходят на льготных условиях, мы идем, руководство идет навстречу, поощряет занятия. Ожидания, которые вы, в принципе, видели, да, вот после запуска этой программы, они оправдались? Да, конечно. Ребята не оставили, не бросили. Кое-кому помогли восстановить амплитуду движений в раненых конечностях. То есть все. Плюс сейчас ведутся переговоры, ребята тоже с передовой, уже из госпиталей, из Ирпинского госпиталя возвращаются. Тоже будем принимать их у себя после курса реабилитации, которые пройдут в государственных учреждениях, когда уже выйдут на службу в 79-ю бригаду, будут ходить к нам. Сотрудничество с властью. В принципе, за эти 1.5 года, которые прошли, наверное, не было нареканий ни с вашей стороны, так, практически. Примерно 70% заявок, писем ведется. Удовлетворяются, да, помогают нам. И я знаю, что спасибо хочется сказать областной власти и Вадиму Ивановичу, и Оксане Альбиновне, и Николаю Павловичу, потому что, по-моему, нигде, ни в какой области по Украине так не помогают. То есть, чем могут, чем помогают. Давайте чуть-чуть назад вернемся. То есть, как вы строили свое взаимоотношение, свои взаимоотношения с облгосадминистрацией, потому что, совет волонтеров при облгосадминистрации. То есть, в принципе, уже, если при ком-то, значит, они, либо должны 100% помогать, либо руководить. Либо как-то уже идеальный вариант, это 50/50, то есть вы делаете свое дело, они делают свое дело, и в какой-то момент вы соединяете свои усилия для того, чтобы получилось еще лучше. Как было сначала, как было в середине вашего сотрудничества и как сейчас? Было все время так, крайний ваш вариант, 50/50, то есть мы собирались, приходили коллективно с обращением к губернатору, либо к его заму, планировал, как это будет решаться, и потом с профильными замами, либо с людьми ответственными
за это направление вопросы решались. Повторюсь, около 70% заявок были удовлетворены. Нам помогали. В начале декабря был большой очень форум, да, в Николаевской области, в городе Николаеве, когда приехали волонтеры со всей Украины, вернее, представители вот таких вот советов. Вы, дорогие телезрители, имели возможность, в принципе, отследить это мероприятие и на нашем канале, и в интернете. Это было достаточно интересно. Это было один день, но очень насыщенный. Мы говорили здесь с Оксаной Альбиновной, с Янишевской, да, об этой конференции. И тогда вот, когда мы с ней говорили, она сказала, что, в принципе, наш опыт все-таки был весомее, чем в других областях. Вот по-хорошему, да, люди приехали к нам учиться, в принципе, в первую очередь. И то, что слышала уже и Оксана Альбиновна, и наши, наверное, вот вы подтвердите, волонтеры, что... Да, вот мы возьмем ваш опыт. Но все-таки, когда вы общались с другими областями, с людьми, которые работают в других областях, наверное, вы для себя тоже что-то подчеркнули. Я, к сожалению, отсутствовал на этом форуме. А что рассказывали? Потому что обязательно, наверное, была Лариса, была Ольга, кто-то из ваших коллег. Не успели еще пообщаться по этому поводу. Не делились. Да. А чего бы вам, допустим, хотелось бы, хорошо, ладно, не успели поделиться, но все-таки вот что вы чувствуете, чего не хватает? Не хватает все-таки участия государства еще больше. Проблема. А опыта волонтеры... какого? Возможно, есть где-то опыт такой, вот вы знаете. Ну, по большому счету, ну, опыт на только на личного большом... общения, опыт, да? Если хорошие люди работают в администрации, ну, понимающие, да, профессионалы, то тогда все удается. Хорошо, участие государства, что еще, чего еще не хватает? Вот, может быть, какого-то опыта человеческого, профессионального? Ну, может, не хватает у исполнителей низшего звена, может, не хватает желания, либо, скорее всего, желания, мотивации не хватает. Столкнулись за год работы с тем, что пока на четвертом этаже обладминистрации эти задачи ходят, то все решается. Как только это спускается этажом ниже, либо этажом выше поднимается задача. Этажом ниже находится областной совет. Я извиняюсь. Но, в общем, как только это переходит к исполнителям, низшего звена, так сразу же эта проблема пропадает. Ну, то есть уровень управления уже немножко тормозит, да, вот вы хотите сказать? Это саботируется где-то. Почему? Чем они мотивируют? Они же не могут просто так вот положить под сукно и все. Все-таки они должны отвечать. Вы же не молчите. Инертностью саботировать. То есть в любом случае приходится медленно. Для решения, медленно очень, для того, чтобы решить этот вопрос, приходится самим включать обороты и обходиться уже непосредственно без участия областной власти. Что, по вашему мнению, в этом случае можно сделать? Сократить штат, повысить зарплату, набрать людей, которые будут за хорошую зарплату работать. Без повышения зарплаты ничего не пойдут хорошие люди работать. Да, но это очень глобально, это идеальный вариант. А вот из того, что вот в той обстановке, которая есть, потому что мы же понимаем, что вряд ли это будет быстро, конечно, будут идти реформы, но все-таки, а сейчас вот как улучшить? Тяжело сказать. Мне кажется, Майдан и все, что он повлек за собой, это была радикальная мера. Поэтому без радикальных мер здесь не обойтись. Взять людей, которые хотят работать, предложить им хорошую зарплату, остальные площади в обладминистрации сдать в аренду в центр города и платить из этого фонда людям, мотивировать их, чтобы они боялись потерять работу. В принципе, тоже вариант, один из вариантов, да, но будем надеяться, что все-таки так радикально действовать не будут, и все-таки будет все вот толерантно и хорошо, потому что самое главное – договариваться в любой ситуации, понимать друг друга, и все будет замечательно. 2 минуты остаются, даже меньше, Новый год, через несколько дней, буквально. Всем хотели бы поздравить всех с наступающим Новым годом, пожелать счастья, здоровья, удачи в Новом году, сказать спасибо всем, кто поддерживал нас, поддерживал ребят. Мы победим. Спасибо вам большое, спасибо за вашу работу и спасибо за то, что вы были с нами сегодня. Пусть так и будет дальше. Удачи вам в работе, успехов вам в работе. Пусть она немножко изменится, пусть у нас наступит мир, и волонтеры будут заниматься мирными делами, мирной помощью.
Поверьте, после наступления мира останутся люди, которым нужно помочь. И сейчас они у нас есть. Поэтому я присоединяюсь к вашим словам. Я желаю вам счастья в новом году. Я бажаю вам, шановні телеглядачі, щастя, здоров'я і миру. Всім нам в наступному році. І вже зараз. Нехай все це починається просто зараз. Я прощаюся з вами до наступної зустрічі в ефірі нашого телеканалу, телеканалу «Миколаїв».